под домами вдоль дорог часто выращивают такое, ну, исключительно неприхотливое растение, которое растет на таких местах, где вообще ничего другое не растет, это карагана. Ну и видите, насколько есть декоративные формы. Вот эта карагана плакучая. Тут подвой, конечно, естественно, тоже карагана, просто она вертикального такого прививка, плакучая форма. И насколько выглядит интересно уже вот такое вот растение привитое. И выглядит оно интересно довольно долгое время, потом даже с семенами в течение всего лета. И действительно растение, ну, исключительно неприхотливое, можно выращивать на участках с очень неплодородной засушливой почвой. Ну, то есть это растение такое вот для участков таких, может быть, ну, конечно, если есть возможность высаживать на более таком грунте, будет еще лучше, роскошнее выглядеть на более удобренном грунте.